Футбольный клуб «Тверь» заканчивает подготовку ко второй части сезона в ПФЛ. На минувших выходных команда Вадима Гаранина в контрольном матче на выезде обыграла лидера турнирной таблицы группы 2 подмосковный «Олимп Долгопрудный». Оба своих мяча тверской коллектив забил во втором тайме. На 47-й минуте Александр Александрович результативно воспользовался передачей Ярослава Ивакина. А затем отличился и сам Ивакин, которому ассистировал Игорь Турсунов. К 71-й минуте на табло загорелся окончательный счет матча 2-0. Эта встреча стала одной из последних контрольных в преддверии возобновления первенства. Уже 1 апреля Тверь отправится в гости к владимирскому «Торпедо», с которым сыграет матч 17-го тура профессиональной футбольной лиги.